сегодняшним праздником очередным, деда поближе встаньте. Значит, регламент, как всегда, никто не читал, поэтому довожу только изменения, которые мы внесли в регламент сегодня. Давай же, ребят, а потом поворачиваемся к трибуне. Что говорим? Снова. И там они идут. Ничего не надо вам сказать. Хотите сказать, мы вас представим, вы скажете слово. Перед камерой постоял. Перед всем кунгуром. Да, еще пальчики. Безусловно, эти соревнования станут ярким, зрелищным праздником и подарят многочисленным любителям спорта незабываемые мгновения красоты скоростной гонки внедорожников. Парад участников. Равнясь, смирно. Легендарная гонка внедорожников по джип-кроссу на приз главы города Кунгура «Русское поле 2011» открыть гимном Российской Федерации. Добрый день, уважаемые кунгурики, уважаемые участники соревнований, гости нашего города. Сегодня мы проводим гонку джипов «Русское поле 2011». В недалеком прошлом город Кунгур тоже был славен этим видом спорта, но, к сожалению, это все было утрачено, и мы решили возобновить эту традицию в городе Кунгуре, потому что у нас есть много желающих заниматься этим видом спорта. И надеюсь, что вот эта первая гонка будет продолжением всех остальных. Мы сделали трассу, ну, сегодня вы ее оцените, но мы поставили цель, что она будет постоянно действующая. И любой желающий в любое время года может потренироваться на этой трассе. Я хочу пожелать участникам соревнований, конечно, побед, зрителям хорошего настроения, ну, а всем спортивного праздника. Еще раз всех с праздником, с русским полем 2011. Смотрю и радуюсь, столько людей собралось. Пока не поздно, звоните друзьям, знакомым. Самое интересное только начинается. Участникам хочу пожелать удачи. Удачи во всем, на каждом повороте. Зрителям того, что они увидят. Вы увидите то, что еще не видели сегодня. Спасибо за то, что пришли. Удачи! С Костей проходимся. Ну, тихонько, надо тоже. Я знаю два нюанса. Так, Горг, и это все. Мы ориентируемся ближе к колесам. Там через центр. Хорошая, серьезная, я, конечно, не профессионал, но как бы адреналин как бы присутствует. Конечно, там несколько было ошибок, но мы как бы из них вышли. Самое главное, не остановились, не забуксовали, ну и прошли. Поэтому как бы машину вообще люблю водить. Надо просто маленько потренироваться, чтобы ну, уже более спортивно проходить трассу. We'll be right back.
сказал уже на трассе. Sogno l'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno l'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Что произошло на трассе? Был удар в зад и переворот. Испугаться не все. Yeah.
the pain. And you thought I was blind, you had me paralyzed. Congratulations for the mess you really got me in. You seem a bit surprised, have you not realized? To make it stop, you need a shot of your romanticism. Your photograph has gone on my mobile phone. And don't come home, cause I won't be alone. There's nothing left to lose, so baby, fuck you too. That's a reason good enough for you. Stay out of my bed. How was the other night with a new girlfriend? Get out of my head. Cause it ain't hard to understand. Your girlfriend's been here, then nothing. She's quite okay. I don't think there's much more us to say. But anyway, thanks for the pain. This time you got what you want. Save all your reasons, I know they're made up. Apology decline, you're wasting your time. Thank you for breaking this. Stay out of my bed. How was the other night with a new girlfriend? Close that line, winding up the meter, and it drives a leader. Man.
tears on her cheek. Why do her eyes look so cold? Self-confidence still so weak. The memories always recall. The pictures just won't go away. The incidents were set to fall. Cause the devil gave her. Завершается большой спортивный праздник, легендарная гонка внедорожников на приз главы города Кунгура «Русское поле 2011». Мне доставило удовольствие, я разговаривал с другими, тоже удовольствие, поэтому я считаю, что гонка получилась и надеюсь, что вы в следующий раз в 2012 году приедете. Всем здоровья, счастья и спортивных успехов! Really knocked me out, leave the West behind, and my
sing and shout.